На следующую информацию просим обратить внимание автомобилистов. На улице Рыночной с конца февраля будет организовано одностороннее движение. Одностороннее движение будет организовано на участке улицы Рыночной по направлению движения от улицы Красной к улице Ленина. Соответствующие знаки начнут действовать с 28 февраля. Изменения связаны с неоднократным обращением жителей в администрацию города. Решение принято комиссией по безопасности дорожного движения. Это позволит исключить затруднения при встречном разъезде автотранспорта и обеспечить необходимую пропускную способность около почтового отделения по улице Рыночной. В связи с изменением схемы движения убедительная просьба обращать внимание на дорожные знаки и соблюдать правила дорожного движения.